Добрый день, с праздником. У вас как только начинает погода налаживаться, вы что-то собрались. Расскажите, да. Как прошла сегодня ваша рыбалка на общем водоеме? Сегодня ловился льда, поклевок очень много, опять же, железо в зеленых тональностях. Очень много сходов, очень много подвисов, просто не видишь их на очередном замахе, у тебя рыба уже как все видит, за это исход соответственно. Вот. А рано уезжаю, завтра приеду, опять завтра на рыбный день. Только поэтому и уезжаем, чтобы завтра пораньше вернуться, да? Да. Тогда всего доброго и до завтра. До свидания.